Без води ми не можемо обійтися, вона є основою життя усіх живих організмів. Як пересвідчитися, що вода, яку ви п'єте, оптимальна? Дізнаємося від гостей, які прийшли до нашої студії. Олексій Ємельянов, комерційний директор компанії «Аквадар Україна», Олексій Швець, директор компанії «Аквадар Україна». Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Отож, скажіть, будь ласка, чи зараз люди ретельніше стали ставитися до води, яку вони п'ють? Добрий день. Да, действительно, люди в нашем городе абсолютно все знают, что воду с крана, в принципе, потреблять для питья нельзя, для питья, для готовки нельзя. Но то, что касается воды, которая приобретается, ну, допустим, в точках дочистки воды, через службы доставки и так далее, люди зачастую не интересуются способом, которым вода была почищена, ее химическим составом и прочими характеристиками питьевой воды. То есть, если вода в бутылке была куплена за деньги, то по умолчанию она должна быть чистая. Угу. Доверяют? Доверяют. Так, да. Можно сказать. Ну, а на ваш погляд, как треба еще ретельнее відслідковувати, яка ж сам саме вода буде кращою, як її перевірити і на що треба звертати увагу? Ну, скажімо так, з нашої точки зрення, звісно ж, самий оптимальний спосіб потребління води – це установка домашньої фільтруючої системи, фільтра для води. Тоді ви можете бути на 100% уверені в її качестві. Тому що не завжди бутилірована вода має то качество, яке повинна. Ви не знаєте, скільки вона простояла в магазині, да? Ви не знаєте, якими руками її брав доставщик води і так далі, і тому подобне. Якщо це обратна тара, це взагалі окремий розмов, як її мили, якими средствами, якою хімією, вимилась ли ця хімія, опять же, да? Где ця бутилка стояла до вашого дому. Це дуже важливі моменти, які ви не можете бути уверені. І уверенність дає тільки домашній фільтр для води. Звісно ж, його краще встановлювати в спеціалізованих компаніях. І обов'язково має бути сервісне обслуговування. Так, да, ну, тоді справді ви будете впевнені, тому що окрім вас і того фахівця, який приходить до вас обслуговувати, більше ніхто не має доступу до очистки вашої води, так, яка йде з крану. Да. Ну, ось так. Да. Які характеристики схвалено на сьогоднішній день лікарями, дієтологами, педіатрами? Це дуже важливо. От які вважаються найкращими? Ну, скажем так, есть основное такое мнение, что вода должна быть либо деминерализированная, либо слабоминерализированная. Вот. Диетологи рекомендуют пить теплую воду. Так. По утрам. Да. Температура тела. И для деток есть определенные характеристики, да, то есть как бы она должна быть слабоминерализированная вода. Угу. Тобто столове, слабо мінералізовано. Да. Ну, якийсь склад мінералів, той оптимальний для вживання людиною, він повинен бути. Конечно. Тобто дитина, окрім того, що отримує вологу, так, вона ще повинна отримувати якісну вологу. Все тобто правильно. Це те, що їй допоможе в розвитку. Так? А свердловини, оці скважини, 200-300 метрів, от ми часто чуємо, що це ну, взагалі найкраще. Да, на ваш погляд, так чи ні? Да, это такое большое-большое ошибочное мнение на самом деле, да, что чем глубже скважина, тем лучше вода. На самом деле, прямой связи нет. Прямой связи нет, и я вам скажу, что в нашем регионе так точно практически нет объема воды, именно вот питьевой воды прямо со скважины. То есть все абсолютно компании, которые занимаются доставкой воды, либо разливайками, они ее чистят так или иначе. Да, это, все одно, конечно, даже если конечно, из таких скважин добывают. Обязательно, угу. Обязательно, да. То есть как бы напрямую пить со скважины практически, ну, может быть, где-нибудь в Западной Украине есть у нас. Ну, потому что она там чиста сама по собі, так? Да. Перевірена. А у нас тут, мабуть, немає підземних таких вод, які були би чистими настільки так, для людини, корисними. В нашому регіоні вода із скважини 100% потребує очистки дополнительної. Це факт, аксіома. Тому що там є бактеріоцидне загрязнення, бактерії в будь-якому випадку в скважині є. Там можуть бути пестициди, тому що вокруг дуже багато полей агрохозяйств. И могут быть целый букет загрязнений химических, которые уже покажет анализ. Начинать нужно водоочистку с анализа. Это первое, что нужно сделать. Так, спочатку треба дістати воду, подивитися, яка вона, потім рекомендувати до вживання чи ні. Або доочищувати, чи залишати такою, як є. Але ж виходить те, що люди так бурлять, такі, роблять таку роботу серйозно, так, і це марно.
Да, это в каком-то роде своем лотерея, потому что пока ты не сделаешь скважину и не добудешь туда воду, непонятно, какого качества она будет. Угу. Можно только предполагать, основываясь на опыте. И насколько серьезную фильтрацию придется потом поставить. Так, ось компаний з'являється більше з кожним роком, які доочищують воду. От ринок конкуренції, який на сьогодні? Ну, на ваш погляд, багато, більше стало? Да, действительно. В этой отрасли появляются новые игроки, новые компании. К сожалению, не у всех хватает инженерно-технологических навыков, чтобы работать с тяжелыми водами, которые имеют ряд загрязнений, которые нельзя почистить стандартными решениями, а нужны инженерно-технические изыски какие-то. Вот. Но этот рынок, он очень перспективный, и он развивается большими темпами, потому что рано или поздно люди, которые сталкиваются с приобретением нового жилья, со строительством, они так или иначе сталкиваются с проблемой очистки некачественной воды. Чтобы защитить свою сантехнику, чтобы в первую очередь защитить здоровье свое, здоровье своих близких, свою семью, люди рано или поздно к этому приходят. Так, вода повинна бути чистою, звичайно, звичайно. Пити, тим більше от в нашому регіоні, так, якщо десь можна там з колодязя попити води, так, і ти знаєш, що вона непогана, ну, Західна Україна, я маю на увазі, ось такі регіони чисті, екологічно чисті, ось, і там, де є вода, можливо, і поживна для людини, якісна, то у нас треба доочищувати обов'язково, і тут питання номер один – якісної питної чистої води. Влітку споживання води стає інтенсивнішим, і люди частіше п'ють воду. Який рекорд вам вдалося зафіксувати? Зживання води, з замовлень. Такого рекорда я не помню, да, то есть как бы рекомендовано пить до 3 литров воды. Не-не, ваш, з вашої компанії пов'язати. Наша компанія... Скільки найбільше люди вживали води? Я отвечу. Количество потребляемой воды в первую очередь зависит от потребителей. Как вы знаете, компания «Аквадар» не занимается доставкой воды. Мы продаем только оборудование, которое сможет почистить воду непосредственно на объектах у клиентов. И, как я сказал, чем больше потребителей, тем больше количество воды. Вот у нас, например, мы сотрудничали с цехом одного из металлургических комбинатов. И в одном из цехов один аппарат выдавал до куба воды в день. Угу. Тисяча литров. Тисяча литров. Ну, то можно сказать, что это рекорд. Так? То да. На вживание воды, так, сколько людей... С одной точки. С одной точки, сколько они вживали. Это треба частіше обслуговувати такі аппараты? Да, конечно. Мабуть, так? Да, конечно. Угу. Є фіксатори у вас окремі? Чи стоят счетчики, которые фиксируются, специальный журнал заведен, да, то есть как бы и передается в сервисную службу эта информация, и просто график замены фильтров таким образом корректируется. Угу. Працює він, так? Да. А відкриття шоуруму, от зараз для вас це подія, і для нас також, тож розкажіть, будь ласка, про це, що це буде за дійство, як буде відбуватися, і чому вам спало на думку зробити це? Да, в субботу, в эту субботу, 26 июня, мы открываем новый шоурум, выставочный зал, центр чистой воды, который будет посвящен наиболее технологичному и интересному оборудованию по водоочистке. Мы собрали лучшие бренды, с мировым именем бренды, и известные бренды, которые могут почистить воду технологично и очень, что немаловажно, очень качественно. И дать воду потребителю не просто чистую, а с балансированным минеральным составом, о котором мы говорили. Таких шоурумов в Украине на данный момент это будет второй шоурум. Первый открылся во Львове. И вот пару недель назад, и вот мы сейчас второе открываем в Днепре. Вы открывали, так? Компания «Аквадар» открыла у Львове, так? Нет. Нет, не ваша фирма? А кто открывал? Нет, у нас есть партнеры, компания «БВТ Экософт», мы являемся их франшизи. Угу. Да, эти магазины, это франшизи будет сетка, их будет немного, они будут только в городах миллионников. Наш магазин, он второй в Украине. Да, действительно, первый открыли такого плана во Львове, вот совсем недавно, следующий наш. Угу. Так, и еще можно будет скуштувати воду? От тим споживачам, які хотіли би спробувати на смак. Да, конечно, будет
не помню сейчас сколько, но несколько, там, до 10, мы скажем подготовили... так, различных вод, да, где будут прямо подключены аппараты, и вы можете прийти и попробовать с каждого аппарата воду. И какая будет вам приятнее на вкус. Угу. Мы подготовили отличный бар воды, в котором разный, вода разная на вкус. Каждый клиент может прийти, попробовать выбрать то, что ему нравится, не только по вот, внешнему виду оборудования, по качеству воды, а и по вкусу, по органолептическим свойствам воды. А вода ж, кажуть, так немає смаку, немає запаху, так? Але все ж є смак, є різкість. В зависимости от домінералізації, вона має все-таки різні привкуси. І це вже кому як нравиться. Поэтому, да, дійсно, воно буде різне і по стоїмості, і різне по вкусам. Ну, на ваш смак. От яка більше подобається вам? Солодша, солоніша? Якою взагалі от краще? Тяжело объяснить, это только нужно пробовать. Да? То есть, как бы, есть у нас фирменные продукты БВТ, и вот на мой вкус там вкуснее. Угу, так. Со сбалансированным минеральным составом кальция, магния и рядом необходимых минералов для нормальной жизнедеятельности организма. Угу. Таким образом подобрано, что вода, она немножко, наверное, солоноватая, может не солоноватая, но вот у нее есть специфический вкус, который очень приятный, и он оптимальный для нашего человека, для здоровья, для организма. Угу. Тобто ось такі декілька ступенів очистки будуть, так? Скільки максимально і як потім проходить процес до мінералізації? Ось у тих апаратах, які будуть стояти, які вже готуються до відкриття в суботу. Ну тут нужно правильно как бы говорить о том, что не всегда количество ступеней очистки имеет значение, все-таки больше имеет значение качество этих ступеней. Ну так, звичайно. Да? Вот. Как правило, в питьевых аппаратах, которые ставятся вот в бытовом сегменте, да, у них от там 3 до там 7 степеней очистки. И там 1 или 2 до минерализатора. Угу. Сказать, какой из них лучше, какой хуже, это нужно пробовать. То есть каждый из этих аппаратов, он даст великолепную воду, которая будет безопасная, которая будет полезная, которая будет вкусная. Вот. Просто она будет немножко разная на вкус. А как вы рекомендуете выбирать тогда? По вкусовым качествам. Тільки за смаком. Ну, можливо, є якість десь одна, десь інша. Комусь щось підійде одне, комусь інше. Може бути так чи ні? Можливо, від складу родини, там, де є діти. Ні, смотрите, ми підібрали обладнання, яке, в принципі, дає безпечну, вкусну і питьову воду. А вже по вот, оттінкам вкусу, тут уже человек сам выберет. Угу. Если мы вот к технической, теоретической части подойдем, то в Украине, как и в любой адекватной стране, есть стандарты, которые регламентируют нормы питьевой воды, ДСНПИН так называемые. Если очень сильно обобщить, то основные требования стандарта, чтобы вода была безопасная в химическом, бактериологическом и в радиационном плане, чтобы она была безопасная для питья. Таким образом, этот стандарт регламентирует верхнюю концентрацию, так называемую ПДК, предельно допустимую концентрацию растворенных веществ. Но нижнюю часть никто не регламентирует. Угу. Нижнюю часть – это уже советы наших диетологов, врачей, педиатров и так далее. У каждого врача, у каждого диетолога есть свое определенное видение и свои рекомендации, насколько должно быть сбалансировано, какими минералами вода. Угу. Кто-то говорит, что очень важный показатель pH, кто-то говорит, что очень важно кальций и магний. И они тут расходятся во мнении, но сходятся только в одном, что вода не должна быть полностью деминерализированная, полностью, то есть обессолена. Поэтому оптимальный минеральный состав тут нужно пробовать и понимать, который вам приятно пить, такой, наверное, ваш организм и требует, и вы будете с удовольствием пить и потреблять. Угу. Ну, тоді ваші рекомендації з приводу вже самого дійства, коли до вас прийдуть люди. Приходите к нам в салон. Приходите, пробуйте, і підберемо вам індивідуальну очистку. Так, ну звичайно, якщо людина прийде, побачить уже скільки є варіантів, так, скуштує на смак, то їй, звичайно, вже захочеться обов'язково придбати додому ось такий апарат. Так? Це, звісно, це буде самым оптимальным и разумным решением в наше время, решением проблемы с некачественной водой.
Зараз без цього вже не можна обійтись. Справді, вода повинна бути якісною, доочищеною, і особливо це стосується нашого регіону. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ще раз нагадаю, що це директор компанії «Еквадар України» і комерційний директор компанії «Еквадар України» Олексій Ємельянов та Олексій Швець були сьогодні у нашій студії. Тож, будь ласка, приходьте у суботу, 26 червня, і скуштуйте цю воду на смак. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.